будет. Ох, там у них и уровни. Приятно осознавать, что не придется все делать одно. Видели бы меня сейчас мои наставники. На месте стоять не будем, это не спортивно. Надо хотя бы побегать вокруг башенки, калории спалить. Бой начнется через... через 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Путь открыт. Ух ты, кто це так быстро бежит? На чем це? А кто це раба собі взяв, короче? Стандартно у них, короче, це Аріель. Просто стандартный якийсь персонаж, бачу. В каждой игре. О! Могила тебя заждалась. Дядька пустил первую кровь. Бе-бе-бе-бе-бе. Внизу он, чувак, качается там на изику. Боже. Ох, який він задовбав уже. Надо було б його прийняти. Ти этого не стоїш. Бе-бе-бе-бе-бе-бе, чуваки. Бе. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Доступны новые таланты. Что я вообще здесь делаю? Блин, я помню, это ладно, пофиг. Пора, еще увидимся. А мы адаптировали роботов-защитников модели 3 глав для боевых действий в Нексусе. Дебе, куда мы? Что там? О, вон, точка. Туда. Это неправильно. Доступ к защите. Двойное убийство. Отлично! Ты об этом пожалеешь. А, красава. Красава. Китайчик нам зарешал. По красаве сделал. Ви захватили ще, ні? Ох ти ж, бляха, як воно... Яке воно жирне, просто жесть. Понятно. Не, там без варікал. Ще капець. Держіться, я біжу зараз. Отлично, отак його, отак, налівайте козла. Та ще по красаві розфігачили їх. Робот-защитник 3 глав активирован. Пілоти-наводчик, займайте місця і приступайте к испытанию.
что-то. Встречайте свою смерть. Ох ты ж, бляха, яке воно жорстке. Які ці дракулесики жорсткі. Почему бы и нет? Зверху хтось мергає, хто там? А, ну пошли в базу. Так, давайте посмотрим. Зверху, да? Зверху идуть. Ты этого не стоишь. Похоже, мое путешествие никогда не будет. Вон, обходить, обходить. Ну. Не обошел. Возвращайтесь ко мне. Меня не остановить. Похоже, мое путешествие не будет. Гівно. Ну, порешали тут, красава. Таки, правда, все равно 10-10. Маги не идут ни в какое сравнение с чародеями. Если бы наших было 15-10, могли бы выиграть. Та-да-дан-та-дан-та-дан-та-дан! Я пливу, лечу. Лечи, ух ты, дракон, цей, блин. Конечно, такой жесткий. Так, куда? Давайте, может, в центр пойдем, вон там чуваки. Вот опять. Успеем, да ё, не? А, все, давайте, давайте. Терминал почти готов к работе. Я знала, что у нас получится. Тут адракошка, бачили, да, вон? Да, верно. Очиститесь огнем! Ага, получили. Похоже, мое путешествие никогда не кончится. А тебе? Доступны новые таланты. Так, захватили? Да. Была точка, да. Красава. Путешествие никогда не кончится. Так, надо было бы им, конечно, еще люлей выписать. Блин, вы там текайте оттуда, алло, вообще. Ты этого не хочешь. Я чувствую себя лучше. Отлично. Покрасави, покрасави. Двойное убийство. Двойное убийство. Вы мощь тайной магии. Тебя ничто не спасет. Меня наполняет силу предков. Мясорубка. Вооружение только часть системы. Защитник. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Строго, блядь,
Я не шарю, сідайте самі без мене. Так, уходим. Давайте по миду, може, пойдем, чи вниз? Или ось о, лагерь поддержки, давай. Да, победа близка. Что за... не береться, ладно, пофиг. Так, вы, може, кто скаже, куда кто йде? Сейчас вместе собираемся. Да, так иди, вы скажите вверх, внизу. Вверх. Похоже, союзнику нужна помощь. Славная победа. Бежу к вам, друзьяшки. Пошлите на низ. Китайчику поможем. Так. Там двое их. Мне даже морально. Отлично. Еще один. Ого, что это за хрень? Вы что, прикалываетесь? А что это была за ульта такая? Это дракона, че что? Да нет, это Джай на вас. Притом... какой-то, ну, вообще куколка. Там вообще, блин, она так налыла, капец. Я даже не мог уйти оттуда. Видели бы это мои учителя. Жестко ульта. Да нет, она заморозила и просто на вас второе. Вы встали в круг. Ну так получилось. Куда на этот раз? Я хочу захватить этот лагерь наемников. Погнали. Неожиданно. Это в наш пушки теперь будут или что? Я знала, что у нас получится. Запускаю терминал доступа. Нет, назад. Це від телепорту цього такого, да? Ну, в дракона, він так да, прилетів. Да, да, да. Сверху там хричевани. Що я взагалі здесь делаю? Захватите термінал і готовтеся. Вот, опять пустыла. Красиво. Очиститесь огнём! Я на базу. Сейчас попадаю. Еду, еду. Ах! Погано. Нас было меньше. Мое путешествие никогда не кончится. Хочет подобрать биологический излучатель. Ну, нас было тут трое против... О, отлично. Не смотри. Там еще одно. А, все, уже нема там. Иногда захватывай. Я сама себя помогай. Восхищаю. Ты просто по-кемперски... Шо, чим? Мы мертвые. Это вас остановит? О, давай, давай, мы за тебя, давай, вот так мы можем помогать. Джайна снять, куда я убежал.
Давай, давай, да. Ай. Тебя заждалась. Фулугар. Так, новый талант. Пришли, сейчас вас там нафигачат. Настя, что ты, а вот ты, что ты делаешь? Вот куда ты пошла? Вот ты на меня сейчас стартанула. Куда ты пошла? Ну да, а ты пошла убивать кого попало. У нас тут мало, да, для этой катки чини? Конечно, назад. Да. Понятно. Это... Да, это было. Похоже, вам придется иметь дело с вражеским защитником. Да. Могу только пожелать удачи. Серег, если есть пульт, пусти по этой волне, Сейчас пускаю. Нормально, лага, удар несет их не этот. Похоже, мое путешествие никогда не будет. Я тебе сказал, что ты. Ух ты ж, блин! Под огонь стали. Ну, меня застанули. Блин, да я не успел портнуться. Ну, Джайна красиво. Близзард сделала это. Они сейчас не обращают внимания, но им сейчас тупо пронесут да, базу. Да, да. Все, они портнули. Решительная победа. На центральную идите. Хочу захватить этот лагерь наемников. Я хочу захватить этот лагерь наемников. Давайте, мы сможем. Блин, сейчас они сопрем. Да они снизу идут. Вижу, вижу, вижу. Я вообще не могу понять, что он делает. Пришел умереть, что ли? Да. Или нет? Понятно. Что? Блин, меня испугался. А, ну тогда да. Что, неожиданно? Да шо ж такие? Ладно, нормально. Отвлек на себе и он сейчас зарешает. Тройное убийство. Отлично, по красаве. Слышишь, он взял, добил всех. Эх, подсюда. Да и вообще по красаве тут порешал игру. Здрасте, порешал, я основной урон нанес. Потом просто убежал. Не, в его 153, 347. По урон по этому. Да. А по персонажам, смотри, кто. Персонажам. Блин. Ну помогайте же, ёб твою мать, команда. Я помогал. Стояли, смотрели, просто смотрели. И как вам, понравилось зрелище? Да, сейчас Пидевин захватит всю историю, да? Защитник почти готов. Как я его займите люблю. Терминал, когда я его активирую. Все, три принесли им третье самое, він сейчас. Так, можно по низу надо идти, да? Пошли по низу. Да не, надо захватить. Эй, сюда! На кого? Ну по центру 7 секунд базу захватывать. Бачу, бачу, иду. Иду. Он сейчас там Настю полным ходом. Терминал доступа включен. Займите его, чтобы активировать защитника. Так там по топу кто-то сломается. Ну, так там Настя убегала.
Понятно. Блин, так что тут я сам по центру или что? Что за прикол такой? Да сейчас, да, одна секунда, две, я сейчас приду. Ты должна быть осторожнее. Да вот и тоже сейчас придут. Я сейчас их попробую там затормозить. Двоих, ё-моё, цели нагибать. Так, ладно, Макс, кто тут стоит, я пойду туда. Не могу я стоять на одном месте, это скучно. Мне на что вы способны? Робота возьми. Защитник ждет. Что, а что ты, Макс, куда ты пошел? На базу он пошел, все правильно идет. Только ты сам. Защитник не сможет стрелять. Ты сам, дядька, возьми кого-то, куда ты пошел? Макс, назад, ёп. Застрелялась, тварь, блин. На базу. На базу вали, базу бей, базу бей. Вот так вот. Наш персонал анализирует боевые данные. Ну, мы тут должны победить. Должны. Красава, красава, лупаш ты. Вот так. Отлично. Похлопаем, похлопаем нашему Ли Чан Юка. Изи хатка. Вообще. Лучший игрок матча. О, неужели? Кемпер оцей, да? Не оскорбляй. Артанис тут, конечно, этот самый. Красави. Так, все, покидаем матч. Дымся, что нам дадут плюшку, яку сможет дадут, может.